Далі про Білорусь поговоримо. Там, неподалік кордону з Україною, з'явилася лінія протитанкових укріплень, так звані «зуби дракона». Супутникові світлини оприлюднив моніторинговий проєкт «Білоруський Гаюн». Лінія ось цих зубів розташована за 10 кілометрів від Гомеля, біля траси М8, за 20 кілометрів від кордону з Україною. Ну, а зовсім поруч будуть, ймовірно, і фортифікаційні споруди. Спільне військове навчання Збройних сил Білорусі та Росії знову продовжили. Тренування триватимуть щонайменше до 28 травня. Про це повідомляє моніторингова група «Білоруський Гаюн». Тренувальний збір російських та білоруських військових розпочався ще 29 квітня 2022 року. Днями також зафіксували перекидання до Білорусі двох ешелонів Збройних сил Російської Федерації. Зазначається, що вони прямували із зони ведення бойових дій на території України. Також Росія перекинула до авіаційної бази під Мінськом 10 винищувачів Су-34 та Су-30СМ. Сергій Бульба, білоруський громадський та політичний діяч, засновник Білого легіону, але так само і голова «Білорусь-2.0», робім разом, доєднується до нашого ефіру. Вітання, доброї ночі. Доброї ночі. Ну, певно, почнемо з ось цих так званих зубів. Та інформація, яку ми маємо від білоруського гаюна, яка логіка і чи дійсно в Білорусі зараз побоюються ось цього наступу України? Для чого там ці зуби? Ви знаєте, чесно, от кого не спрашували, не знайшли логіки, непонятно для чого. Нас її обозвали вже, в общем-то, лінією Хреніна, оскільки фамілія міністра Хренін. То все говорят, собственно, ну какой Маннергейм, такая и линия, да, да. Поэтому линия Хренина. Логики, в общем-то, что планируются какие-то учения в этом направлении, пока нет информации. То есть нет соответствующих вот пазликов, которые могли бы сказать, для чего это нужно. И все это идет на фоне слов Лукашенко о том, что со стороны Украины никакой угрозы нет, ничто нам не угрожает, поэтому все нормально, все хорошо. То есть либо левая рука не знает, что творит правая, но здесь мало удивительного, потому что Хренинг, он как раз устойчивый, скажем так, клиент русского мира, и он, собственно говоря, даже внутри Беларуси выступал за введение белорусских войск в Украину, то есть участие совместно с Россией. Но, скажем, белорусская все-таки линия смогла победить. Они максимум, что смогли сделать, это все-таки настоять на том, чтобы рекомендовать Лукашенко всем остальным оградиться от отвода войск. Пока вот так. З зубами тут все більш-менш ясно. А навіщо літаки перекидають, на вашу думку, на думку білоруських спостерігачів? Смотрите, во-первых, это самое, по Гомелю там идет усиление по всем линиям, там и на химзаводе, в общем-то, зачем-то из мешков с песками соорудили какие-то такие странные блокпосты, то есть там много каких-то приготовлений, мы пока, в общем-то, не понимаем, зачем это и к чему это. Вообще по войскам, если судить, то было гораздо больше мобиков, было на белорусской территории порядка 10 тысяч и больше. На сегодняшний день их осталось 2-2,5 тысячи. Плюс к этому, смотрите, вот у нас из Барановича информация о том, что рядом с Барановичами находится полигон Абуз-Лесновский. И, собственно говоря, их контрактники, этих русаков, и их офицеры младшие жили в Барановичах, они арендовали квартиры. Так вот, когда в прошлый раз их дергали, скажем так, не по плану, перед Новым годом, когда их сорвали с места, они просили хозяев белорусов о том, что вы никому не сдавайте, что скоро приедут наши еще, вот им понадобятся эти квартиры. Сейчас же они, уезжая, они об этом не говорят. То есть они не предполагают, что кто-то приедет им на замену. Да, по количеству летчиков есть вопросы. Собственно говоря, да, появилось и в Барановичах много русских летчиков. Но по остальным войскам, вот они прямым маршрутом, белорусская железная дорога, их вывозит сразу туда, на Донеччину, на Луганщину. Раньше они вывозили их куда-то вглубь России, потом уже из России распределяли кого куда. А сейчас уже прямыми маршрутами едут туда. Ось цей спільний вишкіл, спільні навчання білорусько-російські, наскільки це викликає резонанс, чи викликає, навіть так запитаю, в самій Білорусі, чи це абсолютно така штатна історія, і від часу до часу це просто стається
з огляду на те, як виглядає зараз Білорусь і білоруська політика? Не, к сожалению, это штатное, уже, в общем-то, все привыкли, никто не обращает на это никакого внимания. А в основном, кстати, это проходит, в общем-то, сами белорусы, сами гоняют, в общем-то, наши эти пару бригад, гоняют по периметру, создают видимость движения, видимость учений. Единственное, что изменилось, масштаб. Если раньше это были ротные тактические учения, то на сегодняшний день, вот пару месяцев, это уже начались бригадные учения. То есть сначала вот 103-я, Витебская, перешла именно на такой формат бригадных учений, потом вот в Слониме проходили мехбригада, то же самое, причем дополнили до полного штата, эту мехбригаду дополнили до 6 тысяч человек, подняли людей, в общем-то, из запаса. Ну а Витебская, она бригада ССО, там поменьше, там 500 человек дополнили из запаса. То есть, в общем-то, есть подозрение, что все-таки белорусов, не знаю, удастся открутиться, не удастся, но, по крайней мере, формируют, вот смотрите, вот этот вот ударный условный кулачок, это три бригады ССО, они где-то по 1500 до 2000 доводят, Марина Горка чуть меньше, там в общем 1500 будет. Ну и четыре бригады, собственно, мехбригады, это, в принципе, все, что Беларусь способна выставить. Для чего, к чему, мы не имеем информации. Похоже, что, в общем-то, что Лукашенко становится, опять же, не очень субъектным в плане принятия решения, потому что, смотрите, ну, Путин, в общем-то, делает то, что нужно. Вот даже в плане объявления о размещении ядерного оружия тактического, собственно говоря, они же сначала осуществили мероприятие, а только потом Лукашенко озвучил, что мы планируем. То есть сначала вот эти Су-25 доработали для возможности несения ракет со спецБЧ, и только позже они заявили. То же самое с «Искандерами» произошло. Сначала обучили персонал, это самое, персонал уже вернулся обученный, только после этого, в общем-то, Лукашенко и Путин оба заявили о том, что будет вводиться ядерное оружие. Но здесь, в общем-то, это повлекло такой, в общем-то, неожиданный, видимо, аспект для Лукашенко. Мы же, в общем-то, являемся сейчас транспортным хабом Беларуси для Китая. Китай после всех этих разговоров, в общем-то, стремительно падает количество контейнеров, которые проходят, в общем-то, через Беларусь на Европу. Причем стремительно уже стало на 54% меньше. То есть Китай понимает, что это, возможно, нестабильность, она не на пользу. Поэтому, в общем-то, есть подозрение, что Лукашенко задумался об этом. Почему, собственно говоря, его представитель при ООН, представитель Беларуси, начал заявлять о том, что ну это ж пропаганда, это самое, да, сказали, но на самом деле типа никто не собирается. Щодо самого Лукашенка, нещодавно, ви знаєте, була ця така гучна історія з його станом здоров'я, яку там навіть в Росії коментували. І в цьому контексті лідерка опозиції Світлана Тихановська, вона теж висловлювалася, спілкувалася з нашими польськими колегами на каналі TVN24, де говорила про те, що ну фактично зараз необхідно готуватися в разі, якщо Лукашенка занедужає або його не стане. Чи дійсно... Ми розуміємо, ми не можемо знати, коли і за яких умов це станеться, але чи дійсно це може бути такою точкою для спроби змінити владу? Ну, бо ви маєте справу, наскільки я розумію, не лише з особою Лукашенка, але й з такою, знаєте, тихою окупацією росіянами, російськими політичними елітами. І це проблема значно глобальніша. К сожалению, Тихановская, в общем-то, здесь как-то переоценивает она ситуацию. Потому что, смотрите, если согласно теперешней конституции, вот Лукашенко, если, ну вот, вот сложил он свои косточки там где-то, то, собственно говоря, власть переходит к Качановой. Если согласно указу 21 года о том, что он, в общем-то, умер каким-то неестественным способом, то власть вообще переходит к Совбезу, к Вольфовичу. То есть нигде не просматривается вариант прихода к власти Тихановской, честно. Как бы мне не хотелось, но, в общем-то, ну, и он непрозрачен, его нет. Плюс к этому, да, нужно понимать, что на самом деле Россия за это время... Ну вот смотрите, у вас только про Януковича, в общем-то, это самое, контрразведка и прочие органы формировались Россией. А у нас же, собственно говоря, 28 лет, Лукашенко давно уже отдал, в общем-то, все эти службы на откуп России, поэтому у нас этой агентуры российской на всех уровнях
что младшего офицера, что старшего, у нас их уже столько, что просто это, ну вот, нереально. Поэтому нужно оценивать то, что в случае смерти Лукашенко основным игроком все-таки будет здесь Россия на нашей территории, а не Тихановская, которая не вся, к сожалению, в общем-то, наша диаспора. Тут недавно стало відомо, що в Білорусі змінили порядок виїзду окремих категорій громадян з держави. Вищі чиновники, силовики можуть полишати територію держави лише з дозволу Лукашенка. Навіщо, на вашу думку? Ну, смотрите, в общем-то, участились случаи, когда в том числе чиновники, пользуясь моментом, пишут заявление об уходе, увольняются. Но поскольку, в общем-то, реальный кадровый голод, то их не отпускают. Ну и плюс к этому, в общем-то, им показывают, если они решили, что они патриции, а мы плебеи, все остальные, то им показывают, что они, в принципе, такие же плебеи. То есть в государстве все должны бояться и все должны знать, кого спрашивать. Все. И плюс к этому, смотрите, в общем-то, где-то с полгода уже пытались, что Совмин, что ОАЦ, донести до Лукашенко, что это не хорошая тенденция, когда из страны уезжают активные живые люди. Он же продолжает, собственно говоря, вот эти вот посадки. За это время по тюрьмам у нас с 2020 года пропустили порядка 38 тысяч человек. Для Беларуси 9 миллионов – это много, реально много. Плюс к этому тот же Совмин пытался убедить Лукашенко, что уже пора остановить эти репрессии, потому что очень много уезжают, и уезжают в основном талантливые, кто имел бизнес. И, собственно говоря, все это сказывается уже на недоборе по сбору налогов для бюджета. Ну, а в такому разі динаміка, чи можна її простежити, тому що ви згадали про 2020 рік, я припускаю, що тоді могла бути якась відчутна хвиля. Чи це тягнеться, ну, скажімо, там, сталий період? Ні. Лукашенко, розумієте, у нього таке от чувство, що він такий достатньо специфический человек, вот он личные обиды, он все считает, что те, кто высказывался против него, что эти люди, в общем-то, должны заслужить какое-то наказание, чтобы в следующий раз им не повадно. У нас же, смотрите, было, по сути, принято беспрецедентное решение на официальных выборах 2020 года, объявленных государством. Порядка 1,5 миллионов человек подписали за других кандидатов, то есть за того же Бабарыку, за того же Тихановского. Ну, то есть, ну вот 1,5 миллиона человек, повторюсь, это серьезно, потому что, ну смотрите, у нас всего избирателей с правом голоса порядка 7 миллионов. Из них 1,5 вот подписали за других кандидатов, так вот Лукашенко дал команду по линии МВД всех вызвать на собеседование, всех, кто подписывался за других кандидатов. И там уже, в общем-то, на усмотрение МВД было предположено, если человек как бы такой, ну, шатающийся, как бы не имеет устойчивой позиции, то его просто предупреждали, как бы так проводили с ним профилактическую беседу, и все нормально. А если человек отказывался внутри со стержнем, то, собственно, заканчивалось тем, что просто таких людей после этого увольняли с работы. Сергій, дякуємо вам дуже за інформацію з Білорусі. Сергій Бульба, білоруський громадський та політичний діяч, був з нами на прямому зв'язку.